Президент внимательно выслушал опыт внедрения системы депозитно-залоговой тары, которая есть сегодня в странах Европейского Союза. Приводились примеры Норвегии, Германии, последней вот Литвы, где, в принципе, эта модель работает неплохо. И президент рамочно ее одобрил, но попросил в течение еще нескольких месяцев сделать ему подробную справку, чего же не хватает нам в рамках действующей системы. Почему так мало пунктов сбора вторичных материальных ресурсов у нас в республике, почему они не развиваются, и, может быть, здесь еще в действующей системе нам есть что улучшить, прежде чем внедрять депозитно-залоговую модель. Еще со времен Советского Союза вот осталось, в отличие от других стран, ну, может быть, Восточной Европы или бывшего соцлагеря, вот эта модель сборочных пунктов. И если мы ее расширим или выделим дополнительные ресурсы, увеличив стоимость вот этих вторичных материальных ресурсов, то нам может не понадобится строить что-то новое. То есть вот здесь еще нужно технические и экономические аспекты дополнительно обсудить.